Лайки-блок ТикТок против лайки-блока Снэпчат. И Лёня, сегодня мы узнаем, что выпадает из этих двух лайки-блоков и какой из них окажется лучше. Прямо сейчас, ребята, вы подготовьтесь и поставьте лайк, потому что серия будет интересна. Лёня, я уже готов ломать этот лайки-блок. Возьми в руку Снэпчатик свой вот этот фиговый лайки-блочек, который 100% будет отстойный. Я не начну снимать ролик, пока ты не угадаешь загадку. Да какую загадку, Лёнь? Ладно, давай я попробую. Именно ты. У всех есть это, но никто не может это потерять. Ты чё, офигел, что ли, Лёнь? Как я могу, скажи мне, отгадать эту загадку? Давай голова. Я отвечу, мой ответ будет голова. Пойдет? Я выкинул лазурит, потому что он мне не нужен. Можно потерять ее, отрезать. Да, Лёнь, отстань уже тогда со своими загадками. Капец сложно, ребят, если вы знаете ответ на эту загадку, напишите в комментариях. У меня есть вот такие эффекты. Сила, прыгучесть и рекойл. Рекойл — это шипы, когда Лёня ко мне подойдет. Тень. Ответ на загадку был тень, Лёня. Серьезно? Да, но, а если свет выключен, тогда тени нет, Лёня, так что ты проиграл сразу же. Ты еще задашь кое-что подписчикам, потом. А, ну потом, ну давай, у меня есть интересная загадка, ребята, для вас, я вам ее обязательно, да, Лёня, пока, давай, до свидания. Ничего себе, мне какая кирка выпала, вы посмотрите, какая она огромная, она выглядит, как будто стрелка какая-то, если сделать вот так, то... Только так она вмещается в мой экран, Лёнь, ты посмотри, вот как быстро она копает, интересно. Я не знаю, но я бы хотел проверить, а на чем проверять, без понятия. О, какая классная броня, Лёнь, держи, броню тебе подарю, хочешь? Не хочешь, да? Чё ты на меня так смотришь? Что я тебе сделал? Иди отсюда. Ах ты, зараза. У него бронька какая-то с эффектом. Я не знал. Не знал, значит, да, говоришь? Уйди отсюда, не мешай мне, Лёня. Ты мешаешь. Я хотел похвастаться, что летаю. Серьезно? Ой, я дурак. Я же тот же. Блин, почему я сразу-то не понял? Почему я об этом не подумал? А чё ты, почему не упадаешь? Почему ты не падаешь, Лёня? У тебя какой-то очень классный лаки-блок сегодня. Но я думаю, что ТикТок все равно лучше, чем твой Снэпчат. О! Это что сейчас было вообще? Это что? У нас сейчас, я думаю, все, полмира сейчас взорвется. Повезло, повезло. Ага, у тебя перчатка какая, Лёня. Что ты там сказал? Я ничего не говорил, Лёнь, подожди. Я совсем не говорил, что ты дурак и задница шоколадная. Я не говорю. Спокойно, Лёня, спокойно. Подожди. Я понял, что твоя перчатка очень классная. Перчатка классная? Ну да, 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 очень классная перчатка. Да у меня сам лаки-блок круче, ты понял? Ты меня понял? Слышь, Лёня, в смысле твой лаки-блок круче? Вообще-то все проголосуют за ТикТок, это 100%. Ведь ТикТок — это сила, это мощь, а Снэпчатом никто никогда в жизни не пользуется, Лёнь, ты понимаешь? Напишите, ребята, в комментарии, что лучше, ну, Снэпчат или лаки-блок ТикТок. Все будет и так понятно. Значит, смотрите, у меня есть другой нагрудник, который абсолютно ничего не меняет. Ничего себе! Лёнечка, а ты там не офигел с таким лутом? Я тоже хочу бегать на этих ботинках. Они мне выпадали в прошлой серии. Они вообще просто офигенные. Я думаю, ты мне должен их продать, Лёня. За 64 изумруда. Стоп, какие 64? За... 4 изумруда. Не продам, отдам просто так. Чего? Просто так? Лёнь, ты вообще в своем уме? Какие просто так, Лёнь? Мне не нужны твои подарки. Вот тебе один изумрудик. Все, валим отсюда побыстрее. Да, ты ведь мой лучший друг. Лёнь, да ты в трусах остался из-за того, что у тебя есть лучший друг, ты понимаешь? Ты мне все отдал, все, что у тебя было. Ну, ладно, на самом деле эти ботиночки мне не нужны. Для друга не жалко. Не, ребят, ну поставьте Лёнечке лайк за это, потому что вы посмотрите, какой он молодец. Но на, забирай свою броньку обратно, потому что она дает слишком много хп, она мне мешает. О, нет, ну почему один-то остался? Все же улетели, один остался и решил меня убить. Да как так-то, да вообще? Ты, слышь, ты, пацан, Лёнь. Ничего себе у тебя оружка. Можно мне тоже какую-нибудь хорошую оружку? Реально, у меня уже, я сколько... Спасибо. Не, ну сразу бы так, как бы... Плюс 269 урона, ничего себе. Бро, не жалко, не жалко. Ну-ка, давай-ка. Подожди-ка, Лёнь, это же перчатка та самая. Серьезно, ты мне подарил перчатку, которая взрывает половину мира. Не, ну мне это нравится. Лёнь, мы со зрителями решили скинуться тебе по лайку. Значит, мы решили в этом ролике поставить лайк тебе ровно за 3 секунды. Я думаю, у всех получится. Блин, я думал деньгами. Не, Лёня, не, какие деньгами? Ты чё, максимум только лайкосик. Давайте, ребята, лайк Лёне поставим. Не бей меня, ты зараза, ты шоколадная. Я ж тебя взорву этой же перчаткой твоей. Чел добрый и позитивный. Слушай, Лёнь, будешь что-то возражать, я возьму перчатку. И, ребята, если вы не поставите лайк за 3 секунды, я стрельну этой перчаткой. 3. Да ты, блин!
Это как он там оказался? Короче, поставьте лайк, пожалуйста, прямо сейчас. Ну, как бы для Ленчика и для меня уж точно. Да елки-матрешки, я думаю, с ними надо разобраться. Ребята, вперед, вперед! Блин, у меня меч на 260 урона, и он их убить не может. Как так? Вообще непонятно. А вот Леня их спокойно убил с одного удара. Мне кажется, у Лени подкрученный лаки-блок. Смотрите, что мне выпало. Леня, могу тебя взорвать вот так вот, вот этими бомбами. Точное попадание в Леню, это было красиво. Не, ну слушайте, базука, это уже хорошо. О, топор. А почему этот классный, огромный, длинный топор всего лишь на 6 урона? Точное попадание есть лишь на... На что, Леня? На кнопку подписаться. Вот она, вот она, вот она, вот она. На нее еще никто не промазывался. Ты зато по клавиатуре промазался, кажется, Леня. Не, ну давайте проверим, если на кнопку подписки все нажимают прям с первого раза, то это нужно реально просто взять и проверить. Попробуйте, ребята, вот сейчас возьмите и на кнопку подписки нажмите. Если вы на канал, конечно, еще не подписаны. О, какой у меня классный шлемак. Чекни нагрудник. Ну давай, чекну нагрудник. Что это за нагрудник такой? А чё, прям классный? Firefox! Firefox, на, забирай свой нагрудник, Лёня. У меня есть лучший нагрудник. А еще какая-то странная зелька. Я не знаю, что она дает. Это она заспавнила Lucky Block Simple Dimple? Или это ты его заспавнил? Нет, я. Давай сломаем, тогда посмотрим, что из этого Lucky Block выпадет. Ломай ты. Хорошо, Лёня. Блинский, блин, надо было тебе ломать. У меня, кажется, удача минус 100. Почему так происходит? Почему вообще? Опять это кирка. Блин, ребят, вроде хороший у меня лаки-блок. Тик-ток. Из тик-тока должно... Ничего себе. А давайте мы посмотрим, как будет смотреться голова Владуса на Лене. Лень, ну это очень странно выглядит, если честно. Максимально странно. Давай-ка лучше я ее буду носить, как бы. Не, ну а что, ребят, хотели бы вы получить голову Владуса в Майнкрафте? Смешной, конечно, вопрос, смешной. Но дайте мне меч какой-нибудь классный. Я не могу сражаться с монстрами. А еще почему-то у нас монстров нет. Лень, где монстры? На. О, что это такое? Лень, не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет. Я сейчас это все взорву вот так. Ты что, решил мне скинуть все вещи? Мне не нужны твои подачки. Как ты это успел? Нет, не взрывай ты меня, пожалуйста, Лень. Леня, я знаю, что у тебя очень классная базука, но у меня есть тоже. Кстати, она твоя, поэтому... Ты что сделал? Ты чего наделал, Леня? Посмотри меня, как далеко откинуло от этих лаки-блоков. Взорвал чела. Позитивного. И доброго, да, Леня? Не, ну я добрый, позитивный, конечно, чел. Слушай, сколько можно мне базук просто давать? Дайте мне меч. Почему не выпадает? Стоп, меч на 484 урона. Ничего себе, это ж как... Дайте посчитаю. Где-то 90 алмазных мечей. Блин, а Леня все равно не подыхает. Не, ну как подыхает, просто очень долго. А мне нужно, чтобы он прям с одного удара его выносило, понимаете? Только тогда я смогу выиграть. Давай, все, есть, наконец-то, наконец-то, наконец-то. Вот оно, рыба моей мечты. Стоп, что, Бэтхант? А, нужно в летучих мышей попадать. Давай, посмотрим, сколько я летучих мышей завалю. Кажется, пока что ни одной. Как в них можно попасть, скажите мне, пожалуйста, я ноль выпил. Я просто не могу в них попасть, ребята, это странно. Почему они так далеко? 2 секунды осталось, а я ноль выбил. Все. Лень, мы проиграли. Ты-то что стоял? Надо было по мышам попадать, Лень. Проиграл ты. Лень, ты проиграл. Ты офигел, что ли? Так, я к тебе сейчас приду с вот этим луком. На нем я... Его я, кстати, на тебе еще не тестировал. И сейчас я это сделаю, Лень. Ты от меня не убежи, зараза, ты такая шоколадная. Упс. Леонид Андреевич был застрелен Владусом. Вот так вот оно и бывает. Блин, у меня полтора сердечка осталось от этого Лени. Капец, он меня просто нафигарил за этот ролик. Лаки-блоки кончились. Чего? Как могли кончиться лаки-блоки? У меня их еще целых пол сердечка, ребята. Я не должен помирать. Мне нужно... Спасибо, Леня. Спасибо, Леня. Спасибо. Я до тебя сейчас доберусь, зараза. Чё? Ты не слышал этот, как его... Связь? Связь не слышал, ты. Слышь, ты, связь! Я тебе сейчас этим луком, понимаешь? Надо было выпить вот этот напиток, и я сразу бы отхилился! Пожалуйста, кто-нибудь замените Лёню, ребята. Если вы активный подписчик, позитивный, добрый чел, если вы ставите лайки на каждый ролик, напишите в комментариях, что вы такой. Вот реально. И я выгоню Лёню. Чел. Был один чел, 12 писал. И что с ним стало? Он в ролик хотел попасть. И что? Не попал, сдох. Слушай, ну я возьму тогда какого-нибудь очень сильного подписчика, который тебя просто вот так вот побьет очень быстро и очень много. Понял, Леня? Так что ты тут не зарекайся сильно. Давайте, ребята, пишите, кто самый активный. О, чё? Это вирусный торт? А чё ты его весь один сожрал? А ты со мной не хотел поделиться? А вдруг от него эффекты были бы какие-то классные? Нет, тебе не нужны мои подачки. Не, ну это я согласен, Лень. Я же вообще-то летать могу. Ты меня абсолютно никуда никогда не скинешь. О, ты... Ой, почему у этого Лени одни взрывы? Скажите мне, пожалуйста. Помните, я вам обещал дать загадку. Ребята,
Вот вам буквы на экране. Ты что, в меня стрелять собрался, Леня? Ты в меня собрался стрелять, я ничего-то не понял, а? Не, ну посмотрите, что захотел, задница шоколадная. Из этих букв вам нужно составить всего лишь одно слово. И угадайте его в комментариях. Я вам дам подсказку. Оно связано с Майнкрафтом. Больше подсказок никаких не дам. Если вы подсмотрите и не напишите сами, что это за слово, то вы проиграли. Вам нужно абсолютно самим догадаться, что это за слово. 3, 2, 1. Что, Леня? Так, ты что сделал? Где мы находимся? Сейчас-то мы и проверим, чей лаки-блок все-таки оказался круче. Леня, ты готовься, потому что сейчас я покажу, что TikTok лаки-блок все-таки лучше оказался. Ты куда от меня бегаешь-то, Леня? А что тут нужно было доказывать, ребят? Всем же понятно, что TikTok круче. Подался я, чекай. На кого ты подался, Лень? Ты меня не убьешь ни за что в жизни. У меня есть тоже, между прочим, ракетница. Я до тебя достану. Ребят, напишите в комментариях. Бедный Леня, бедный Йорик. Слушай, у меня есть лук, который 100% тебя рано или поздно убьет. Ты можешь бегать хоть сколько, Леня, но этим луком я до тебя достану, зараза ты такая шоколадная. Вы, ребята, пишите в комментариях, чей лаки-блок оказался круче, Снэпчат или ТикТок, и за какой вы болели. А мы увидимся уже в следующем ролике. Вам нужно подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Давайте подписывайтесь скорее. Пока.